Профилактический тренинг для учащихся 8 класса 23-го лицея Биробиджана провели полицейские автономии и стражи порядка. Рассказали детям об опасности курения и увлечения вейпингом, употребления психотропных и наркотических средств и об ответственности за незаконное распространение наркотиков. Одной из тем разговора стали социальные сети. Стражи порядка посоветовали внимательно относиться к новым друзьям в сообществах. Предостерегли от заманчивых предложений легких заработков, поступающих в социальных сетях. Ольга Киселева, Новости 21.